Вот какие мы были 4 октября 2014 года, когда нам было 2 месяца и 3 дня. Вот какие мы уже стали, то есть сегодня, когда нам 4 месяца и 3 дня. Канзас, иди ко мне. Ну идем. Пошли, ты только что покушал. Ты бедненький, да? Ты спадки хочешь или что? Может, пойдем погуляем? Не хочется тебе? А кушать еще будешь? Пошли покушаем. Ну пошли. Канзас. Ну пошли покушаем. Пошли, пошли. Пошли еще, Витя, покушать нас тебе. Ну, ты наелся уже? Пошли, пошли, пошли. Идем. Будешь кушать? А гулять не хочешь, на мороз выйти? Чуть-чуть пробежаться. У меня были и немецкие овчарки, и боксер. Насколько я понял, американский бульдог, он насколько вальяжный, с линцой, настолько же и очень игривый. Что, разве можно целый день на диване вот это проводить? Уже взрослый. Пошли, пошли гулять, пошли. Пошли, снежками побалуемся. Пошли. Ну и что, что холодно, идем. Тебя уже и тут морозить начало, бедненький. Казас, ты что-то натворил? А? Ты что-то натворил? Иди сюда. Ты что-то натворил? Что ты натворил? Ну, предложи ему пойти погулять. Пошли погуляем. Пошли? Пошли погуляем. Пошли? Пошли гулять. Пошли гулять. Пошли? Пошли гулять. Ой, Кабася, пошли гулять. Пошли гулять. Пошли гулять на улицу. На улицу. На улицу. Там снежок. Идем гулять. Идем? Идем гулять. Шо? А кто нас ссал в коридоре? Канзик. Трусится весь. Чего ты трусишься? Ну, вы ему слово гулять сказали, вот он и трусится. Идем гулять. Идем? Идем гулять. А ну, стяни его с дивана, попробуй. Нельзя меня кусать. Нельзя меня кусать. Нельзя меня кусать. А ну, стяни. Слазь. Идем, 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 идем. Кабася, идем гулять. Давай. Как ребенок. С дому не выгонишь на улицу, с улицы не загонишь потом. В машину усадить тоже не хочет, потом не хочет с машины вылазить. Но это не немецкая овчарка. Тут главное социализировать собаку сейчас и как можно больше ласки, потому что это все-таки боец и вырастет килограмм 50-70. Его папа, чью честь его и назвали. Вот как хорошо в снежку тебе, да? Не то, что на диване. Подрастрельная статья.
Сколько интересного много, да, Кэнси? На заправке. На руках сидишь? Так ты ребенок, да? А, такой кабан. Вылазь. Канзас. Не-не-не-не-не. Давай на выход, быстро. Ой, выходим. Слушай, это ж капец какой-то. Не выгонишь с машины. Куда пошел? Ко мне иди. Да? Опа. Вперед. Вперед, говорю, лентяюга. Вперед. Вперед. Канзас. Канзас. Канзик. Канзик, иди сюда. Канзас. Давай. Иди ко мне. Давай. Давай. Ай, попал. Обтрушивайся. Чучело ты. Канзик, тебе лень обтрушиться. Иди сюда. Он прибился. Ох и кабанзик. Канзас, обтруситься не желаете? Иди сюда. Или вам лень? Ну что ты за мной ходишь, блядь, такая? Вот это будет запись. Пошли, иди сюда. Кабанзик. Кабанзик, да? Мокрый, господи. Листья жрет. Пистолет без зарегистрирован. И блин. Его чё честно? Ближе. Канзик. Иди ко мне. Иди, моя хорошая, иди. А ну. Что это у нас было? Молодец, ты боец, боец будет. Да, а ну иди сюда. А ну, вперед, смотрим. Вперед. Молодец. Проверку прошел. Да, да, понял. Да. Какая моя собака, первый раз, да? Близкий выстрел. Не испугался, не убежал. Да.
Молодец. Так вот у меня в ушах до сих пор звенит. Ну, где моя? Ты хорош, моя маленькая. Да. Ты такой кабанчик, да. Такой кабанчик. Вот замерз, да. Похоже? Похоже, похоже. Вот, глянь, какой. Ты замерз, да. Ой, такой. Пошли уже. Мячик. Ну возьми мячик. Хорошо. Любимая игрушка баклашечка. Доставай. Достань мячик. Давите мячик. Ах ты кабан такой. Ах ты кабанюра, ай, зверюга, нельзя кусать, Витю. О, такой жиртрест, ай, ты кошмар. Зас, скажи что-нибудь, громче. Скажи что-нибудь. Ну громче. Сиди. Так, жди, Витю. Жди. Жди, я сказал. Быстро на место. Сюда. Иди ко мне. Сидеть. Да. Сидеть. Хорошо, молодец. Хорошо, жди. Ко мне. Молодец. Сидеть. Там жди, Витю, жди. Ко мне. Молодец. Вот такой маленький мальчик, да? Ты же спать хочешь, Канзик. Иди на свое место или на диванчик. Что ж ты вот это в ногах у меня сидишься-то? Канзас. Канзик. Канзик, ну тебе же неудобно так. Где, у тебя же есть место, тепленько там.
Сейчас упадешь и все. Пошли на диванчик, пошли. Спать хочешь? Спать. Нагулялся, да? Накушался, нагулялся. Хочет спать, но только рядом с Витей, да? И все. А то, что Вите надо работать, чтобы тебе же корм покупать. Ты ребенок, да? Этого не хочешь понимать, да? Не хочешь. Пошли на диванчик. Пошли. Ты же говорил, упадешь. Пошли. Пошли на диван. Почти всегда на ночь он остается один в редакции, поэтому весь день он панически боится меня потерять. Я тут, я не ухожу. Вот так я работаю. Он полностью перевернул мою жизнь. Но я ни о чем не жалею. Даже напротив.